нами вице-президент по официальным вопросам, это Кен и Роберт Роудер. People are very excited with this opportunity which came in hands. So Ken, I give the microphone to you. I guess the first thing I'd like to do is kind of cover the vision of the company and where we're going. И прежде всего хочу с вами поделиться видением нашей компании, куда мы идем. Infinii is actually the parent company of DS Domination. И я хочу сказать, что Infinii это прежде всего дочерняя компания большой компании, которая называется DS Domination. Which has generated over 2.4 billion in sales over the course of the last about now 27 months. И эта компания изначально за 27 месяцев сделала оборот продаж более 2.5 миллиардов долларов. And our members have profited in the form of profits from those sales in the area of about $350 million now. И наши партнеры, наши члены, наши участники заработали около 380 миллионов долларов, то есть те люди, которые пользовались этой платформой. Infinii is now taking the DS Domination platform to the next level and integrating it in network marketing. И то, чем сейчас занимается Infinii, это берет платформу, которую она унаследовала от DS Domination, и сейчас они соединяют это выводят это на следующий уровень и соединяют это с моделью сетевого бизнеса. So while the opportunity is brand new, it's being backed by a 2.5-year-old company that's done over 2 billion in sales. И да, возможность совершенно новая, но на самом деле она поддерживается и подкрепляется компании, которая заработала более 2.5 миллиардов долларов, то есть сделала оборот продаж 2.5 миллиарда долларов за 27 месяцев. So it has all of the positive aspects of being in early without the risk of a startup company. То есть мы начали компанию без вот этого, знаете, риска стартапа. За нами есть уже опыт и за нами есть работающие технологии. That brings us to really the core mission of Infinii. И это нас выводит на такую миссию, которую мы сейчас несем в компании Infinii. Which is to bring the masses of people from around the globe into the e-commerce space. То есть, что мы делаем, это приносим вот эту платформу, которую имеет компания Infinii, в индустрию электронной коммерции. Up until now, it's really the companies like Amazon, Alibaba, or other large e-commerce companies that have generated and kept all of the money. До этого такие крупные холдинги, такие крупные корпорации, компании как Amazon, Alibaba, eBay, они зарабатывали деньги на электронной коммерции и удерживали всю прибыль от этой деятельности. And we fully expect Infinii to be a platform that is going to at least capture 10% of the market space in the e-commerce sector globally. И то, что мы ожидаем от компании Infinii, она будет зарабатывать примерно 10% от всей электронной коммерции, которая до этого была распределена среди вот других компаний. And the reason for this is that people will always shop where they get the best benefits given back to them. И причина, по которой мы уверенно смотрим в эту возможность, в том, что люди всегда будут стремиться купить продукт по более низкой цене для того, чтобы получить преимущество. Now, our corporate headquarters are in Houston, Texas. Наш корпоративный офис находится в Тексасе. But we've already begun setting up global offices all the way across to India at this time. India, another country. И мы сейчас также делаем корпоративные офисы на территории Индии, расширяем нашу географию. As we target expansion into the European countries and also specifically Russia, there are a number of steps that we're taking. И так как мы планируем такую глобальную экспансию, в том числе
мировую экспансию, и в том числе мы открываем новые рынки, и такие рынки, естественно, это Россия и русскоязычное пространство. You know, first of all, we recognize that the Russian work ethic is very strong. As a matter of fact, my youngest son's fiance is Russian. И мы знаем, что русских людей отличает совершенно такая высокая рабочая этика. То есть это очень производительные люди. И в том числе моего младшего сына невеста, она из России. And one of the things that I see in her, as I see in many people within the Russian community, is a strong desire to set themselves free financially. И то, что я вижу у людей из России, это то, что они очень стремятся сделать так, чтобы они были финансово независимы и обеспечены. Which is why we have such an interest in opening up the Russian market or Russian market as well as other Eastern European countries. И это одна из причин, по которой мы хотим открыть российский рынок и также другие восточноевропейские страны. But the key is to do the opening of the countries properly and not just to simply say you're opening a country and not have taken the legal steps to do it according to law. Открытие страны, это не означает, что просто кое-как открыть, заехать и начать бизнес в этой стране, а на самом деле наша задача сделать все легальные рудименты, легальные шаги правильно, основательно, чтобы мы имели полностью подготовленную почву для правильной работы. My personal background is in legal side and law enforcement. I retired as a colonel in one of the largest police departments in the US, and so I'm in charge of business development globally as well as compliance. На самом деле я бывший полковник в отставке, я работал в самом крупном полицейском управлении, и на сегодняшний день я занимаю пост человека, который вице-президент, отвечает за развитие бизнеса в глобальном масштабе и за соответствие требованиям и нормам. So I believe that globally there's such an interest in Infinii right now because myself and the principal owner of the company, Mr. Hitesh Junja, we built the compensation plan with paying 70% of global business volume to the field. И наше видение такое, что это согласовано с президентом компании Хитешем. О том, что компания выплачивает 70% дистрибьюторам, партнерам в сети. And the compensation plan is probably the most aggressive hybrid within the industry that combines both the binary on the front end and the unilevel on the back end, as well as global bonus pools. На самом деле наш компенсационный план, возможно, один из самых агрессивных, которые существуют на сегодняшний день. Он удачно соединяет в себе бинарный план маркетинга, и он также добавлен или усилен унилевелом, то есть это первое поколение, то есть когда вы приглашаете людей в первое поколение. There's a lot of exciting aspects to it, and that's why already, we haven't even released the replicated websites for the company, and just through word of mouth, we've now just under 30,000 enrollments globally. И на самом деле мы еще даже не запустили в глобальном масштабе наш основной сайт, который у нас сейчас готов практически, просто на основании хорошие молвы и рекомендации людей друг от друга, мы за несколько дней уже подключили в команду больше 30 тысяч партнеров. A large reason for this is because they know that Infinii is already a successful company with over 2 billion in sales. И основная причина, или одна из основных причин, почему это уже сейчас так успешно, потому что люди знают, что Infinii это не стартап, это уже проверенная компания, которая заработала в предыдущие несколько месяцев более 2,5 миллиардов, оборот создала более 2,5 миллиардов долларов. And those over 2 billion in sales were, of course, through its subsidiary DS Domination.
И вот эти деньги, это понятно, что они были произведены вот на этой платформе DS Domination. And DS Domination did not have a network marketing compensation plan attached to it. It was a affiliate plan. И вот эта компания DS Domination, она не имела составляющей такой, как сетевой бизнес. Она просто имела партнерскую программу. Now that we've taken DS Domination, which is only one aspect under the Infinii umbrella, because Infinii is so much larger than what DS Domination was. DS Domination was just an online resource for building an eBay or Amazon business. На самом деле, Infinii это теперь намного гораздо более крупная компания, потому что DS Domination это была просто платформа для облегчения работы на Амазоне и eBay. As people enter the platform, and of course last night we just rolled out the Springboard, which is a first of its kind revolutionary platform that allows people, especially on an international platform, like everyone that's on this call, to actively participate in Amazon within North America without having to go through the expenses of setting up your own North American business or other things. На самом деле, мы вчера буквально добавили на наш сайт Springboard, это как бы трамплин на русский язык переводится, это революционная платформа, это революционный набор программ, которая позволяет человеку, который может находиться в любой точке планеты, установить себе, то есть начать заниматься электронной коммерцией, используя такие ресурсы, как Amazon и eBay, без того, чтобы иметь, допустим, американскую компанию, без того, чтобы открывать фирму, без того, чтобы открывать вот эти все сложные аккаунты и начинать заниматься электронной коммерцией. But as we open up our marketplace and the other digital offerings that Infinii has, Springboard, which is an incredible platform, will just simply be one of many incredible platforms. И на самом деле, то есть Springboard – это одна из таких уникальных платформ, которая будет у нас в ассортименте, в запасе, то есть в ряду тех инструментов, которыми мы будем обладать. And, you know, Alexa, it's this process that brought us together and began the conversations, which has been a pleasure to engage you and both your team members in having you join in as part of the Infinii family and really be the footprint that opens up Russia and many of the other surrounding countries. И что я хочу сказать, что Кен говорит о том, что он очень рад, что мы в моем лице и вы, мои партнеры, присоединились к этому большому движению в команде Infinii. И то, что мы сейчас делаем, это будет как образец нашего движения, присоединение такой большой, могучей, сильной команды в это общее большое сильное движение. So it doesn't matter what country you're in, because thanks to the internet and everything we do today, all of you on this call know somebody in some other country. I mean, Robert is in Ecuador today, if I'm correct. И на самом деле это совершенно не важно, в какой стране вы сейчас находитесь. Слава богу, мы работаем в индустрии интернет, и поэтому люди могут работать в любой точке планеты. Например, Роберт Родер, он сейчас, будучи американцем, он находится сейчас в Эквадоре. So the exciting part here is as we roll out different countries and as we're targeting, of course, the launch of Russia to be on January 15th, as long as we don't run into any legal issues, which we do not foresee, with your help, Alexei, in dealing with some of the different attorneys and other aspects, and we're used to doing this in multiple countries. So with the targeted launch of January 15th, I believe that you all on this call are going to have the opportunity to be the first ones to really launch us in to the Russian population. And that's the exciting part because it's just like real estate. There's only so much coastline on the ocean, and the best real estate goes quickly. And you all will have the opportunity to get that first real estate. И то, что Кен сейчас говорит, на самом деле, мы наметили дату открытия в России –
15 января, и то, что у нас сейчас происходит, это предварительная регистрация и предварительное подключение первых партнеров. И на что это похоже? Это как, знаете, как в недвижимости. Есть береговая линия на океане, и те люди, которые сейчас первые подключаются, соответственно, они получают вот эти все самые хорошие места прямо на побережье. Потому что вот эти, наша ключевая команда, это группа людей, которая на самом деле вольет этот большой бизнес на русскоязычное пространство. И мы на самом деле находимся в привилегированном положении. From what Alexei has explained to me, some of you, part of the team, have gone through some difficulties with previous companies not keeping their commitments. И как Кен говорит, с моих слов, многие партнеры, которые сейчас подключились в этот бизнес, в предыдущей компании получили определенные, ну, получили определенное неудовольствие, некомфорт из-за того, что предыдущая компания не выполняла правильно свои обязательства. What I'd like all of you to understand is, again, we're not a startup company. This is just another phase of our company launching. So we're well-funded, fully established, and matter of fact, we just shipped in over $8 million of product to one of our warehouses in Houston, Texas. Мы на самом деле не стартап, мы установившаяся большая компания, в которой есть достаточно денег. И в качестве примера я могу сказать, что мы буквально недавно отправили, буквально на несколько дней назад, на 8 миллионов долларов продукта в один из наших складов, который находится в Тексасе. Такой товарооборот буквально сделали быстро. Many companies will unfortunately just simply tell a distributor base or a membership what they want to hear, rather than always being honest with them. И большинство компаний зачастую говорят, знаете, людям то, что люди хотят услышать, не будучи достаточно честными, говорить о том, что на самом деле происходит. We believe as professional business owners and adults, all of us prefer to have the truth rather than some smoke and mirrors hype job that we see so many of the companies do. Будучи профессионалами, будучи взрослыми людьми, мы на самом деле все из вас хотим, все мы хотим видеть правду, реальные вещи, так как они выглядят на самом деле, вместо того, чтобы делать пустые обещания и какие-то там, знаете, делать пену разводить. So you'll always find that you will be completely open and honest with the field with regards to transparency and letting everybody know if there's a delay, why the delay has occurred, what the legal ramifications are, and how all processes are moving forward. И мы как компания будем вас информировать и со всей честностью, которая со всей честностью о том, что происходит. Например, если будет какая-то задержка с запуском какой-то платформы, то вы будете знать, из-за чего эта задержка, почему она произошла, в какие сроки она будет улажена и регулирована. То есть вы будете владеть всей полной информацией. That said, we don't anticipate any delays moving into a full launch of Russia on January 15th. Приведя это такой пример, мы не говорим о том, что мы собираемся делать какие-то задержки с запуском на полную мощность нашей платформы к 15 января 2016 года. The last item I'd like to cover is the fraud protection that we have in place. И еще один предмет, который я хотел бы затронуть в нашем разговоре, это защита компании от фрода, от воровства денег с карточек и, вы знаете, как это. One of the problems that companies often experience is that they don't put a proper fraud protection in place to prevent criminal activity. Одна из проблем, почему некоторые вообще компании страдают, потому что они не устанавливают соответствующую защиту от грабежа, от воровства денег с карточек и махинаций с картами. And ultimately that threatens the stability of the company and the business opportunity and business ownership for the members. И если люди не делают этого, то это угрожает стабильности бизнеса, стабильности работы партнеров и вообще угрожает работе всей компании. When you review our payout of commissions,
you'll see that we have a full review and transparency on your commissions, the processes they go through, and the slight time frame that we have on holding commissions to do a fraud review and any clawbacks. На самом деле, когда вы просмотрите документацию относительно порядка вывода комиссий, вы увидите, что мы, вы увидите все прозрачно, вы увидите все свои комиссии, вы увидите все свои очки, баллы, вы увидите деньги, которые к вам стоят на очереди для выплаты, и также вы увидите, что есть период времени, в который будет компания проверять правильность и легальность этих операций, транзакций, чтобы предотвратить незаконные, нелегальные использование карточек. Now with those legal discussions out of the way, I'm looking forward to launching Russia aggressively myself, and also John Kinnear, who is unable to make the call, is our vice president of international sales and marketing. Of course, he's looking forward to visiting Russia as well. И на самом деле мы с большим энтузиазмом, с такой агрессивностью смотрим открыть российский рынок, и на самом деле это огромная перспектива. И Джон, это вице-президент по продажам по всему миру, который за маркетинг и продажи по всему миру, то есть с большим тоже энтузиазмом смотрит, он, к сожалению, сегодня не смог присутствовать на встрече. So, Alexei, I'm looking forward to seeing you and your lovely bride coming down to West Palm so we can sit down. Of course, it's West Palm, Florida, for everybody listening. So you can come down, we'll record a couple videos, and then we also invite you out, obviously, to our corporate headquarters in Houston, Texas. Awesome. Thank you. So, также Кен говорит о том, что он приглашает меня приехать, к нему, мне буквально 3,5 часа на машине приехать. Мы вместе запишем пару интересных видео, и также он приглашает меня в корпоративный офис посетить компанию в Тексасе. It's been a pleasure visiting with everybody today, and if you have any questions, I'll be more than happy to take them. И Кен говорит о том, что он имеет огромное удовольствие и честь пообщаться с каждым из вас и познакомиться, и если у нас с вами есть вопросы, он с удовольствием может на них ответить. Друзья, я думаю, что вы можете написать мне как-то их по скайпу, и я их буду, если вы хотите, озвучивать. Ken, I offered, thank you for your very, very powerful speech. I'm very excited, and I want to acknowledge that you're professional. Oh my God, thank you for that. Well, yeah, believe me, it's a pleasure. I apologize for, we were up all night. So I haven't even shaved or gotten into business attire today, so you're actually getting me just as I'm having coffee and my protein shake to wake up for the day. That's how upside down our schedules are. На самом деле, Кен извиняется, они работали до 7 утра всю ночь, делали обновление систем и координировали работу. И он извиняется, что он не в костюме, не в галстуке. Но вот такая участь работы людей, которые работают в индустрии электронной коммерции, я его достал. Буквально в 2 часа дня, то есть у нас сейчас 2 часа дня по Нью-Йорку, и он принимал свой утренний кофе и утренний шейк, и он извиняется, что не побрился ни в галстуке. Но такая вот работа. That's what this disgusting thing looks like. It's my morning protein shake. Вот это гадость, так скажем, это, которую мне приходится пить по утрам, это вот мой белковый коктейль. So, Alexei, with that, if there's not any further questions, I'll look forward to seeing you in West Palm soon, and then obviously we're launching our commission engine with business volume tracking and all of the binary aspects should be visible by tonight with some additional upgrades. Uh-huh. И также Кен говорит, что сегодня в течение дня будет обновление системы, и каждый партнер увидит в бэк-офисе объем комиссии, вы увидите объем производства и много других еще интересных обновлений. И если будут вопросы, Кен с удовольствием ответит. Yes, thank you, Ken. So far I'm not receiving any questions by Skype, but I think we can collect these questions and we can schedule like maybe the next broadcast in a week or so. And if you don't mind, I will give microphone to my sponsor, Robert Roder. I want him to just, in few words, briefly, share the excitement and the vision that Rob has also. So, okay?
Absolutely. Look forward to it. Hello, Rob. Hello? I guess Rob is not available. Simon, are you here? Yes. Okay. Yes, I'm here. Can you hear me? Yes. Друзья, хочу вас познакомить с вами вышестоящим также спонсором Саймоном. Он очень сильно нам помогает, и если у нас будут вопросы, горячая линия Саймона всегда открыта. Simon, so please share in few words, like, what is your vision and what are your thoughts on this opportunity and what we are doing here? Thank you, Alexey. Hello to everybody in Russia on this call. It's a pleasure to be here. Саймон говорит, ребята, всем привет. Моя большая честь присутствовать на этой конференции, и я очень рад быть здесь. Okay? I just want to say that I am so happy to see you all here, and finally, I think you will find you have found the right company with Infinii. И Саймон говорит о том, что наконец-то, друзья, мы с вами получили долгожданную, шикарную, перспективную возможность, в которой мы сможем осуществить все наши самые реальные финансовые мечты и на самом деле добиться благосостояния. This company has a very strong infrastructure and already a very strong beginning for a young company. У этой компании очень сильная инфраструктура и очень сильное начало для такой молодой и развивающейся компании. And I think we all have the opportunity to make all the money that you could ever dream of with this company. И также я вижу и верю, что мы все сможем заработать такое количество денег, о котором каждый из нас с вами мечтает. So I can't wait to meet you, and it's my pleasure to be here to help and assist you, to help and assist Alexey, and wherever I can be, I will be there to assist where I can. И Саймон также говорит о том, что он с большим удовольствием будет помогать всем, чем только он может, нашей команде, и в любое время, когда мы будем нуждаться в каких-то вопросах, помощи, поддержке, он готов оказывать эту помощь. So yes. Have a great day. It's 2 a.m. here in Asia, where I'm calling from, and look forward to speaking to you all again soon. И также Саймон говорит, что у него тут уже два ночи, он находится в Азии, и он рад всех вас видеть, слышать, участвовать в нашем совершенно классном бизнесе.